25 только вышел с работы. Шай. Ну, на велосипеде за часик. Домой еще надо форму, не? Да что ты, бля, тут? Все тебя забирают, просто ты вратарь. Ты вратарь один в команде, тебя все забирают. Я что, один? Куда, Арни, помогай до конца, а? Хорош, камеру не закрывай. Обзор закрываю, закрываю, камеру не закрывай. Ты не имеешь права здесь находиться. За сетку иди. Хорош, няня. Это тоже самый старый поломан. Ну, поломан, не поломан, ну вот, видишь, почему. Да, еще это, понял, короче, потерял площадку, это не родная площадка. Она не крепится сюда, это большая. Дима, я, Дима, я. Пришлось на скотч держать. Я еще пару игр куплю уже новых. Хотел это... Вчера ты что, снимал Динамо и... Я с долгами я расплатился, да. Да, да. А, ну ты еще не делал, не обзор. Не, куда? Я приехал, мне пока то, пока все, уже блин, поздно вечером, за сопло 11 часов уже. Да, уже делал. А с утра встал уже. О, сюда уже надо ехать. Меняй, меняй!
Помнишь, ты команду сегодня, ты на воротах все стоял? Ну, так много таких. Команду они решили сделать. А, они заявляются, вчера был у нас был. Лунтик, да? Лунтики, да. Червоная зерка там записана? Не будет, не будет червоная зерка. Мы пойдем за лунтиком. Ну, они спонсируют. Попробуй. Нет, есть там и лунтики, и червоная зерка. Не-не, у нас 3-4 игрока в Ауди играют. В Ауди будет. Вратарь один и Алексеев. Коля. Коля, да. И Ваня будет там, и босс. Ваня Колесников. Они все за Ауди. Дона не будет, да? Только... Не, ну смотри, дед не будет спасирать, а мы что, мы все по командам сразу. Сзади, Саня. А многие на села играют, на что тоже, тоже там, на районы эти. Да и не факт, что у меня будет получаться, но я буду стараться, знаешь, как-то там прийти поиграть. Мировс там будет на Динамо и на 10-й школе. На 10-й в порядке там. А? На 10-й лучше. Давай там на Поляну. Я позавчера там бегал. Классно. Записал теперь тренировку. Нарушение. Я, кстати, не бегал там. Они какие-то совсем маленькие, так нормально спили. Вообще такие инструменты, полчаса, думаешь, а, ну, пошли. Они как начали играть, начали нас уже. Там в третьем дивизионе дошла команда, да, да, под эту группу, там, 9 команд. А лучше все в один. Он 18 команд. Только 5-2? Да. Давай, давай, пацаны. Ну, бабу по мобильному, правда. Хороший удар! Пас! Тут прям угол уже открыл. Открытый угол был. Не, слева. Где? Слева, где? Вас забивают такие нереальные мячи. Пустые практически попадают. Да.
а что сделать три дивизиона? Три есть, просто в третьем 18 команд. А что на 4 тогда? Ну что, 1-12, а второй 6? А, понял, 18 команд, да? Третий, да. Первых 2 по 12, а третий 18. И как они там сделают, что, по 9? 2 по 9. Может, еще тогда появится эта команда. 2 по 10. Ну, если ты говоришь, чего на зерке не будет, уже меньше. Ну да, можно еще, может, по хоккевей будет, они думают, еще там что-нибудь. Все, давай. Играй, блядь! Это в меня, наверное. Нет. Пропускной возможность. Кардиф в обороне что делаешь? А то, что забили Сайфа. Ну Кардиф первые две игры выиграл. Тетру они 4-1. Вообще Кардиф интересная команда, они такой интересный футбол играют. Мне нравится. Могут пропустить кучу голов, могут забить кучу голов. Левая нога в поле у вас.